В густом лесу, куда и солнышко-то редко заглядывало, стоял домик бедного угольщика. Жили в нем угольщик, его жена и двое детей, мальчик Гензель и девочка Гретель. Отец в своих детях души не чаял, зато его жена их ненавидела, потому что была она им не родной матерью, а злой мачехой. Жили они впроголодь, а как наступил неурожайный год, так в доме и вовсе не стало еды. И вот однажды под вечер, когда дети уже легли спать, говорит угольщик своей жене: «Что же нам делать? Ума не приложу. Как прокормить бедных детей? Нам самим есть нечего». А злая мачеха ему отвечает: «Давай, как только начнет светать, заведем детей в лес, разожжем костер, дадим им по куску хлеба, а сами потихоньку вернемся домой. Так мы от детей избавимся, ведь сами они назад дорогу не найдут». Но добрый угольщик даже слушать этого не захотел. «Что ты? Что ты? Опомнись, жена! Как можно маленьких детей одних в лесу бросить? Нападут на них дикие звери и растерзают». А жена все не унимается: «Ах ты, дурачина! Вдвоем мы еще как-нибудь прокормимся, а вчетвером все от голода погибнем». Но сколько ни уговаривала его жена, он все равно так и не согласился. «Не могу я невинных детей своими руками погубить». А Гензель и Гретель в эту ночь не могли уснуть от голода и слышали их разговор. Горько заплакала маленькая Гретель, обнимая Гензеля: «Милый братик, видно, пришел нам конец. Если злая мачеха задумала нас погубить, нам не спастись». Стал успокаивать Гензель любимую сестричку: «Не плачь, Гретель, Господь Бог не оставит нас в беде». Когда угольщик и его жена уснули, Гензель тихонько открыл дверь и вышел из дома. Ночь была лунная, и белые камешки перед избушкой блестели, как серебряные монетки. Гензель набрал полные карманы блестящих камешков и незаметно вернулся в дом, так что ни одна половица не скрипнула. «Не печалься, сестрица, спи спокойно», — сказал Гензель. Только солнышко поднялось над верхушками деревьев, мачеха растолкала спящих детей: «Вставайте, бездельники, лентяи! Отец давно ушел на дальнюю просеку. Собирайтесь в лес, может, отыщем хоть немного прошлогодних орехов и сухих ягод». Она дала каждому по кусочку хлеба и повела их в лес. Пошли они по глухой тропинке, а Гензель все время останавливался и оглядывался. «Что ты все время останавливаешься и оглядываешься, Гензель?» — сердито спросила мачеха. «Так мы и к полудню до места не дойдем». «А как же мне не оглядываться?» — ответил Гензель. «Вон моя белая кошечка сидит на крыльце, машет мне лапкой, будто хочет сказать мне прощай». «Ах ты, болван деревенский!» — грубо сказала мачеха. «Это вовсе не кошка, это белая труба на солнце блестит». А умный Гензель вовсе не на кошечку глядел. Он незаметно доставал из кармана блестящие камешки и бросал их на дорогу. Вот мачеха завела детей в такую глушь, где было темно, как ночью. «Ну-ка, быстро соберите сухих веток», — велела мачеха. «Я разожгу вам костер, чтобы вы не озябли». Гензель и Гретель быстро собрали охапку хвороста. Мачеха разожгла костер и сказала: «Вы здесь грейтесь и отдыхайте, а я попробую отыскать для вас несчастных хотя бы горсть прошлогодних орехов. Потом мы все вместе отправимся домой». Дети пристроились на траве у костра, съели по кусочку хлеба и стали поджидать мачеху. Скоро от тепла им захотелось спать. Прилегли они на траву и крепко уснули. Проснулись они от того, что земля стала холодной, а вечерняя роса осыпала траву. Горько заплакала Гретель и говорит брату: «Посмотри, милый братец,
какая темнота кругом. Мы теперь никогда не выберемся из этого леса. Погоди, не печалься, не плачь, моя дорогая сестричка. Стал утешать ее Гензель. Вот взойдет луна, она нам дорожку домой покажет. И правда, взошла луна, и заблестели белые камешки, как серебряные монетки, показывая детям путь-дорогу домой. Так, от камешка к камешку, подошли дети к родной избушке. Уж как обрадовался им отец, просто слов нет. «Ах, дети, дети, разве можно так поздно по лесу гулять? Я уж совсем покой потерял, все боялся, что с вами случилась какая-нибудь беда». Прошло несколько дней, и осталось в доме всего полкраюшки хлеба. Когда наступил вечер и дети пошли спать, стала мачеха опять уговаривать отца. «Видно, скоро нам всем погибель придет. Делать нечего, придется от детей избавиться. Вдвоем мы как-нибудь еще прокормимся. Давай завтра заведем их в лес подальше, чтобы они дорогу обратно не нашли». Но сколько ни уговаривала она отца, ничего от него не добилась. «Нет, жена, плохое начало к доброму концу не приведет», — сказал угольщик. «Если судьба нам от голода помереть, так лучше все вместе и помрем». А дети тем временем не могли уснуть от голода и слышали весь их разговор. Поняли они, что мачеха опять задумала их погубить. Прижались они друг к другу в темноте. Гретель тихонько плачет, а Гензель ее утешает. «Не плачь, дорогая сестричка, Господь Бог не оставит в беде невинных детей». Хотел Гензель незаметно из дома выбраться и опять набрать белых блестящих камешков, да хитрая мачеха на этот раз крепко-накрепко заперла двери. Едва рано утром ушел отец на дальнюю просеку, мачеха грубо растолкала спящих детей. «Вставайте, лежебоки!» и дала каждому по кусочку хлеба, еще меньше, чем в прошлый раз. Когда вошли они в лес, Гензель все время останавливался и кидал кусочки хлеба на землю. «Что ты, негодный мальчишка, все останавливаешься да оглядываешься?» — сердито спросила мачеха. «Да вон, на крыше сидит мой белый голубь, крылышком машет, будто со мной прощается», — ответил Гензель. «Ну и дурень же ты», — сказала мачеха, — «это белая труба на нашей крыше». Вот завела мачеха детей в такую глушь, где кругом только болото, разожгла большой костер и сказала им: «Сидите тут, отдыхайте, верно устали с дороги, а я пойду для вас хоть горсть малины поищу, а как наберу, так мы вместе домой пойдем». Вот наступил полдень, Гретель отдала половину хлеба Гензелю, ведь он весь свой хлеб по дороге разбросал. Потом дети уснули, а проснулись уже темной ночью. Перепугалась Гретель, а Гензель стал ее утешать. «Не плачь, милая сестричка. Скоро взойдет луна, и мы увидим крошки хлеба, которые я разбросал по дороге. Они помогут нам дойти дорожку домой». Взошла ясная луна, но Гензель сколько ни смотрел, не увидел ни одной крошки хлеба. Лесные птицы, большие и малые, все их поклевали. Горько заплакала Гретель, но Гензель стал ее уговаривать. «Поверь мне, сестрица, Господь Бог поможет нам выйти из леса». Вот и отправились дети, куда глаза глядят. По кочкам перебрались они через болото. Пришлось им вброд переходить холодные ручьи и реки, перелезать через поваленные деревья. Лес становился все гуще и темней, и дети совсем выбились из сил. И вдруг они заметили белоснежную птичку с золотым хохолком. Взмахивая крылышками, птичка полетела перед ними, как бы показывая им путь. Наконец деревья расступились, и дети очутились на круглой зеленой поляне. Посреди поляны стоял чудесный домик. Гензель и Гретель подошли поближе и просто глазам своим не поверили.
Крыша домика была сделана из чистого сахара, труба из шоколада, окна из разноцветных леденцов, ступеньки из пряников, а коврик перед дверью из мягкого бисквита. «Сахарный домик! Сахарный домик! Наконец-то мы наедимся!» — воскликнул Гензель. «Я отломлю кусок крыши, а ты, Гретель, попробуй дверь, по-моему, она из печенья с изюмом». Голодные детишки принялись за еду. Все было такое вкусное и сладкое, просто словами не передать. Вдруг из домика послышался чей-то тонкий голосок. «Что за шум и хруст кругом? Кто грызет мой сладкий дом?» Гензель и Гретель ответили: «Льется дождь прохладный на домик шоколадный». И они весело продолжали отламывать от домика кусочки и есть их. Гензелю очень понравилась сахарная крыша и шоколадная труба. Она была такая сладкая и вкусная. «Иди сюда, Гензель!» – позвала его снизу Гретель. «Ты только попробуй стекло из леденца!» Так дети радовались и лакомились, совсем не подозревая, какая их ждет беда. Вдруг открылась дверь, и на крыльцо, опираясь на палку, вышла сгорбленная старушка. «Ах, милые детки, как вы сюда попали? Вы, наверное, устали? Заходите скорее в мой сахарный домик». Она усадила их за стол, напоила молоком, дала им вкусных оладий с вареньем, яблок и орехов. Потом уложила их в чистые постельки и укрыла теплыми одеялами. Дети подумали, что, должно быть, они попали в рай. Если бы Гензель и Гретель внимательно посмотрели в глаза старушки, они сразу же догадались бы, что это их злая мачеха. Ведь она была самой настоящей колдуньей. Всем известно, что колдуньи умеют менять свое лицо, но глаза изменить они не в силах. Они остаются прежними. Но дети больше смотрели на свои перепачканные вареньем пальчики и на белые постельки, чем на глаза, приютившие их старушки. Так они и не узнали своей мачехи, и ни о чем не беспокоясь, проспали всю ночь до утра. Чуть рассвело, мачеха подошла к постелькам, тихонько откинула одеяло и внимательно рассмотрела спящих детей. «Жаль, что они такие худенькие, но все же можно приготовить из них лакомое блюдо. Славно я пообедаю». Она схватила Гензеля, затолкала его в сарай и заперла решетчатую дверь на замок. Потом она грубо растолкала Гретель. «Вставай, ленивая девчонка, принеси из колодца воды да свари жирную похлебку. Я хочу откормить твоего братца, как поросенка. А когда он станет толстенький да жирненький, я его съем». Горько заплакала Гретель. Да что было делать? Она варила и жарила с утра до вечера и каждый час носила Гензелю горшочки с едой. Но Гретель была девочкой умной и догадливой, и потому как-то раз, когда старуха отвернулась, незаметно сунула Гензелю тощую куриную косточку. Каждый день подходила злая колдунья к сараю, где был мальчик, и говорила: «Ну-ка, Гензель, протяни мне свой пальчик. Я хочу посмотреть, достаточно ли ты потолстел». Но Гензель всякий раз вместо пальчика протягивал ей куриную косточку, и старуха от злости ворчала и топала ногами. Так прошел целый месяц, и ведьма потеряла терпение. Однажды она жарко растопила печь и стала подталкивать к ней Гретель. Девочка сразу же догадалась, что ведьма хочет ее зажарить. Горько заплакала Гретель. «Лучше бы нас с братцем растерзали дикие звери в лесу. Тогда хотя бы мы погибли вместе». Но старуха не обращала внимания на ее отчаянные рыдания и слезы. Она распахнула печные дверцы. Оттуда так и полыхнули жаркие языки огня. «Ну, полезай в печку, девчонка», — приказала старуха.
да поживей!» «Я бы рада это сделать для вашего удовольствия», — сказала умная Гретель. «Да только посмотрите, какие у меня длинные ручки! А ножки еще длиннее! Я в этой печке никак не помещусь!» «Вот еще глупости!» — разозлилась ведьма. «Да я сама в эту печку сколько раз забиралась, и мне не было тесно!» «Ах, не может быть! Ни за что не поверю!» — сказала Гретель. «Ну, если так, смотри!» — сказала ведьма и сама залезла в горячую печку. Гретель подскочила, закрыла печь железной заслонкой и заперла на задвижку. «У, как страшно!» — зарыла ведьма. Печка начала расти, пухнуть, по кирпичам побежали глубокие трещины. Но Гретель перекрестилась и прочитала молитву. Ведьма тут же затихла и превратилась в тонкую струйку черного дыма, вылетела в трубу. С тех пор больше никто о ней ничего не слышал и никто ее не видел. А Гретель со всех ног бросилась к сараю, сбила с двери замок и выпустила Гензеля. Они вошли в ведьмину избушку и увидели там ларец с жемчугом и золотыми кольцами и браслетами. «Это, пожалуй, будет получше, чем мои блестящие камешки», — сказал Гензель и набил драгоценностями полные карманы. «Мне тоже они нравятся». Гретель насыпала полный передник алмазных бус и цепочек и крепко-накрепко завязала концы. Затем дети отправились в обратный путь. Шли они шли по лесу, но вдруг дорогу им преградило большое-пребольшое озеро. По озеру гуляли высокие волны, и было видно, что оно очень глубокое. «Если бы здесь был хотя бы узкий мостик», — сказал Гензель. «Или хотя бы маленькая лодочка», — вздохнула Гретель. «Вдруг дети видят, плывет к ним по озеру белая, как снег, уточка». Тогда Гретель запела своим нежным голоском. «Уточка-красавица, как нам переправиться? Не бросай детей в беде, захлебнемся мы в воде». Уточка тут же к ним подплыла. Сначала на уточку села Гретель, и уточка перевезла ее на другой берег. «Милая уточка, теперь перевези моего братца», — попросила Гретель. Так уточка и сделала. Поблагодарили дети уточку. Гретель надела ей на шейку красивое золотое ожерелье. Пошли дети дальше. Скоро уже показались знакомые места. И, наконец, они увидали между деревьями родной дом. Уж как обрадовался им отец, просто слов нет. Ведь он считал своих детей уже погибшими. А тут еще Гретель развязала передник и высыпала на стол алмазы и драгоценные камни. А Гензель вытащил из карманов жемчуги золота. Ну что вам еще рассказать? Построили они себе новый красивый дом и больше не знали ни голода, ни печали. Тут и сказочке конец, а мышонок молодец. Ловко машет лапками и торгует шапками. Выбирай себе любую, да большую, прибольшую.